Здравствуйте, дорогие жители. Недавно был прием по просьбе жителей. Мы организовываем встречу. Я и моя команда – это представители администрации, это первый заместитель главы администрации ЖКХ Комиссаров Роман Владимирович. Четыре представителя у нас МАЭСК. Сейчас МОСОБО ЕРЦ представитель придает. И, соответственно, ЖКХ онлайн. Пышкова Ольга. По просьбе депутатского корпуса и, соответственно, обращаясь к нашим по домам, возникло, скажем так, ряд вопросов, на которые необходимо дать ответы. Я представляю интересы собственников своего дома. По поводу начислений МАЭСКа не было проблем. Те, у кого были долги, с КСом решали вопросы. То бишь, вот таких глобальных сильных вопросов нет. Но они появились в этот месяц. Все шло ровненько, все было удобно. Как только вы включили в график, значит, ходят ваши представители, снимают показания счетчика. Приходят квитанции вот за этот месяц. Мы подали и в личном кабинете эти показания, игнорировали. МАЭСК выставляет свои показания, наименьшие. Значит, в следующий месяц мы опять подадим показания, люди будут больше платить. Скажите, на чем основываются вот эти показания, чтобы я донесла до своих жителей? Служба контролеров, организация, она ежемесячно, раз в полгода обходит приборы учета, индивидуальные, соответственно, если на приборы учета они отфиксировали определенные показания, они их заносят в базу данных. Когда вам люди добросовестно в установленные сроки передают сведения, почему ваши сотрудники не в состоянии обработать данную информацию? Или мы давайте вообще сейчас всю эту пандемию спишем? То же самое, вы можете ответить? Можете. Всем. Страховые компании, согласно законодательству, как уже вот коллега мой сказал, значит, обязаны два раза в год снимать контрольные показания приборов учета. Контрольные. Мы обязаны эти показания зафиксировать у себя в системе и выставить счет относительно контрольных показаний. Для чего я передаю в личном кабинете в МАЭСК показания счетчика? Они принимаются к расчету в том случае, если наших показаний не было. Еще раз объясняю. Мы обязаны снимать, производить съем контрольных показаний приборов учета. А они у нас в приоритете идут. Я передала, у меня в личном кабинете все отражено, но ко мне, когда приходит квитанция, я что должна оплачивать? Я беру математический калькулятор и тупо сижу, выбираю тариф, считаю на калькуляторе, умножаю, что я вам должна, и посылаю к чертовой матери все то, что вы мне нарисовали в своей квитанции. И вот это правда жизни. Ребят, наведите порядок со своими сотрудниками, наведите учет. Соответственно, дайте, пожалуйста, все ваши проблемные адреса. Я думаю, что мы с МАЭСКом проработаем данный вопрос. Для каждого назначим определенное удобное время. Соответственно, чтобы мы сели на месте, если коллеги поддерживают с МАЭСКом, если они поддерживают, соответственно, мы проработаем все эти вопросы и расставим все точки над «и». Несколько счетчиков от разных данных, да, квартир, вожу по Красногорску, пишет, личный кабинет заведен, счетчик учтен. Полтора месяца открываю, вкладки этого счетчика нет. И ничего, пытаюсь заново зарегистрироваться, опять ваш счетчик уже зарегистрирован, вкладки нет. Значит, давайте я вот этот момент запишу. Сотрудники МАЭСКа не имеют права требовать от вас замены прибора учета. Порекомендовать обратиться в МАЭСК на замену можно. УКС было отлажено в этой системе следующее. Людей оповещали, рассылались уведомления, что была поверка такого-то числа, показания такие-то. Сейчас нет информации. Вот я что хочу понять. Ну, ваше предложение я запишу. Вот наглядно. Просто по МАЭСКу одну квитанцию не взяла. Квартира в соцнайме. Вдруг в один прекрасный месяц квартира стала опять частная. Пришел долг на капремонт. Я не просто так пришла поговорить. Я вообще борец за свой дом. Хотел сказать, что такая проблема действительно, к сожалению, есть. Я не буду сейчас лукавить, юлить и говорить, что нет, у нас данные исключительно корректные, исключительно верные, и вы сейчас врете. Нет. В этой связи мы в своей части организовали ряд каналов информационного взаимодействия с жителями. Действительно, у нас иногда тяжело дозвониться
иногда большие очереди. Но я предлагаю конкретно по данной проблематике договориться с вами о следующем. Мы сейчас с вами обменяемся телефонами личными. Я свой личный телефон дам. Личный телефон дам. Я сфотографирую ЕПД и вам лично направлю информацию по проблематике, касающейся конкретно данных лицевых счетов. То, что это было не отработано, это не система. Я просто хотел бы еще раз это подчеркнуть. Это не система, это сбой системы. И над сбоем системы мы будем работать. Я сейчас приостанавливаю платежи. Я все оплачиваю. Я не хочу, понимаете, с каждой вот этой вот полосочкой. Зачем мне нужно вот это лицо в лице МОСУ? Сейчас появилась возможность пробовать такую функцию, как умная платежка. Там действительно можно посмотреть, из чего состоит итоговая цифра в ЕПД, то есть как она была сформирована, какой тариф применялся, и площадь, какой объем, и т.д. и т.п. Полный расклад. Естественно, ждем от вас обратную связь, даже которая будет звучать как «опять ничего не понятно, переделывайте». Будем переделывать. Вопросы, которые были сейчас, они были озвучены еще в мае. Вот здесь у всех аналогичная ситуация. Принесем всем вам лично квитанции? Нет, подождите. Это, вы даже не спешите отвечать. Вы представьте, что вот эти вот квитанции, не представьте, а это по факту. Я не буду говорить 100%. У 80% домов многоквартирных, которые обслуживают МОСОБЛОЕСТ, как агрегатор, у 80% к вам лично всем прийти. Знаете, я, Максим Валерьевич, полностью с вами согласен. Вот это вот в ручном режиме управления. И вот так вот, действительно можно захлебнуться. И мы на самом деле сейчас в таком режиме происходят у нас ответы на все вопросы, ответы на все обращения. Это просто огромный вал, который мы там разгребаем, отвечаем. Что-то, там, к сожалению, с просрочкой, что-то не так корректно, но все же это сейчас выглядит примерно так. Но централизованно мы соберем эти проблемы и на каждую из них по очереди дадим ответ. Серийный номер заявки, проблемы. Ответ, решение проблем. Вы соберите эту массу и посмотрите, что это одно и то же. Косяк в чем? Либо ваши операционисты не умеют разъяснить платежку, и там все правильно, либо действительно регулярно... Ну, что касается МАЭСК, переход происходил. Происходило достаточно тяжело. Администрация постаралась сделать максимально все, что было возможно сделать. Мы прекрасно понимали, что сейчас пойдет небольшой сумбур по платежам. Пандемия спала, соответственно, попытались сделать, чтобы не было коллапса, электронной очереди, плюс, соответственно, люди пожилого возраста 65+, их принимали без электронной очереди, в порядке живой очереди. К сожалению, не совсем все у нас получилось, поэтому главой администрации было принято решение поставить туда волонтеров для того, чтобы как-то максимально помочь МАЭСКу. То, что касается МОСОБЛЕРЦ. Работа это не быстрая, и она требует определенного, скажем так, внимания. Вы не подумайте, что администрация об этом не знает, соответственно, мы прилагаем максимум усилий. То, что касается газа. Всю базу данных запросили, соответственно, связались с руководством компании ДЭС. Руководство предоставило полностью реестр. Сейчас МОСОБЛГАЗ полностью выверяет реестр. В следующей неделе данный вопрос будет решен положительно. Соответственно, строка за газ появится, цена у вас будет. То есть договор с ТЭЗом будет расторгнут. Соответственно, МОСОБЛГАЗ перейдет именно по вашим домам на прямые договора. Слушайте, уважаемые жители, вы же все пользуемся ресурсами, правильно? Водой мы пользуемся, водоотведением пользуемся, теплом, горячей водой. Администрация в корне заинтересована в том, чтобы, соответственно, у нас все было хорошо. Да, и это долги теплосети, это не просто долги жителей. Это все у нас в совокупности. Это и долги юридических лиц, соответственно, и управляющей компании, которые есть, стали банкротами. То, что касается ЖКХ онлайн, кому платить, что мы должны делать. То есть на данный момент у нас есть распоряжение ГЖИ, в котором четко прописано, что реестр лицензии включена, дома включены в реестр лицензии управляющей компании ЖКХ онлайн. Соответственно, на данный момент они являются законными официальными представителями. Что будет, если у нас запукивает ДЭС и все остальное? Уважаемые жители, вы то, что вы оплачиваете квитанцию, вы сохраняете. Если будет смена управляющей компании, это уже, это не ваша главная боль. То, что касается суда, как только эти документы попадают в ГЖИ, на основании данных документов ГЖИ должны принять определенное решение, правильно? И выпустить определенный нормативный документ.
если действительно ДЭС, скажем так, доказывает свою правоту, то, что они правы, а другие не правы, а даже ЖКХ онлайн обязаны в течение месяца передать все дела. Документов у ЖКХ онлайн нет, и суд им отказал. ЖКХ онлайн в конце декабря, в начале января обратилась к ДЭЗу с исковыми заявлениями об истребовании технической документации по многоквартирным домам. Да, 5 августа арбитражный суд первой инстанции вынес решение отказать нам удовлетворение этих требований. Оно приняло за основу признанное незаконным постановление администрации о назначении временной управляющей организации. Но не учло то, что запись в реестр лицензии не изменена. До сих пор там присутствует ЖКХ онлайн, изменений не было. И кроме того, ДЭС оспаривал внесение нашей компании в реестр лицензии ГЖИ. И суд отказал ему в удовлетворении требований. И то, что вы сейчас апеллируете нашим исковым заявлением, которое было направлено к ДЭЗу об исследовании тех документаций, это не совсем объективно. Было рассмотрено арбитражным судом дело по КАСУ, которое подлежит немедленному исполнению. Это не договор на работу, не носит характер сделки. Договор управления, повторяю, не носит характер сделки. Есть документ, который посылает ГЖИ, правильно? О включении, либо об исключении. У нас сейчас с вами один документ. Признание недействительным постановление главы администрации влечет ничтожность договора. Факт его ничтожности подлежит доказанию в суде. Подлежит доказанию в суде фактического права на управление и фактического управления. Максим, не надо путать гражданский кодекс. Если вы говорите о какой-то объективности, вот и говорите об этой объективности. Ваша организация что делает для того? В районе. Мы рады платить и отоплению, и кому угодно, но мы не можем платить. У нас ремонтируют ДЭЗ, дом ремонтируют ДЭЗ. Мы будем довольны ДЭЗом, а онлайном нам не надо. А вы уходите отсюда, вы нам не нужны. С капремонтом крыша течет, депутаты нам ничего не сделали абсолютно. Вы знаете, вы по поводу депутатов не надо говорить. Вашим округом я здесь прописан, я здесь живу. Никто никогда им не занимался. Я здесь прописан, я ходил в детский садик напротив. Что касается уборки, касается, сколько раз мои помощники связывали с ДЭС или ЖКХ, приезжал сюда ЖКХ. Сколько у нас крыши обращались, печет, никто ничего не помог. Вы знаете, да и не может же все быть по щелчку. Ну не может быть. Ну не год, не два. Не может быть все. Город, именно участок города очень проблемный, и мы по чуть-чуть, понемногу что-то делаем. Наверное, вы знаете, да, Роман Владимирович, Первомайская 7, очень проблемный дом для администрации. Аварийный дом от 16 года, который никак не могут расселить от 16 марта под угрозой обрушения. До такого состояния, в общем, плачевного, да, было доведено не без помощи предыдущей управляющей компании. Вот в данном аспекте нам повезло, наверное, с приходом ЖКХ онлайн, что мы еще стоим. Потому что дом стоит на домкратах. Управляющей компании ДЭС не хватило 15 лет, чтобы поставить домкраты, чтобы прекратить прогнивание балок проседания. Люди живут под угрозой обрушения, но мы пока, слава богу, мы на месте. Управляющая компания в виде главного инженера, главного энергетика, они постоянно со мной на связи. То есть я могу ночью позвонить и сказать, что какой-то треск идет, и они приедут. Это я не хочу их обелить, мне эта компания не платит, они нам помогают выстоять, пока администрация решит проблему. Мы стараемся принимать все возможные и невозможные меры. Правильно сказал Илья Сергеевич, к сожалению, по мгновению волшебной палочки у нас ничего не происходит. Это достаточно тяжело, да, провести все эти дома, причем если с расселением, это вообще другой разговор совершенно. Чтобы вы понимали, я не за ЖКХ онлайн, у меня есть 75 управляющих компаний. У меня все равны. Молодежная дисциплина, работа с жильем. Работайте, никто вам претензий не будет. Все, вот два основных претензий работы управляющих компаний. Так как действует ТЭС, я считаю, что это некрасиво. Во-первых, вторые платежки. Людей вводят в заблуждение, там пугают, не знаю что. С 1 декабря прошлого года так ушли, да, убрали дома из лицензии. Мособлгаз, они не заплатили ни копейки. Ни рубля, ни копейки. Долг перед Мособлгазом 16 миллионов. Если сейчас будет дальше договор с ДЭЗом, и у вас случайно отключат от газа, это не ваша вина. Я вам говорю официально. Это будет вина вашей предыдущей компании.